1949 году, после 6 класса, юный Юрий Гагарин сказал своим родителям: «Я решил поехать в Москву. Хочу поступить в училище, чтобы получить рабочую профессию». Его уговаривали закончить семилетку. Тогда возможностей для поступления было бы больше. Но будущий космонавт, как и решил, отправился покорять столицу. В Москве жил его дядя Савелий с семьей. У них Юрий и остановился. Вместе начали ездить по московским ремесленным училищам. Но казалось, что в конце лета набор уже был закрыт. Тогда его двоюродная сестра Тоня предложила попробовать подать документы в Люберецкое ремесленное училище. Здесь после 6 класса набирали только в группу формовщиков-литейщиков. Юрий с отличными школьными оценками поступил в Люберца. В здании, где учился прославленный летчик, сейчас располагается Люберецкий техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина. В музее техникума хранится стол, за которым абитуриент Юрий писал заявление о приеме. Так, по стечению обстоятельств, небольшой подмосковный городок Люберцы навсегда стал связан с именем первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина.